провинции Дзянси, в зоопарке города Наньчан, посетитель своевольно проник в вольер к панде. Судя по кадрам, сделанным камерой видеонаблюдения, молодой человек пытается дразнить спящее животное. И, к счастью для авантюриста, медведь по имени Мэйлин проснулся в хорошем настроении. Он схватил человека за ногу и стал заигрывать. Но после навалился на незваного гостя, и нежная Мишкина шалость переросла в настоящую угрозу для жизни. Смельчак таки вырвался из лап медведя. Работники зоопарка объяснили, что животное было сыто и не совсем проснулось. Специалисты остерегают от подобных экспериментов и напоминают, что милый на первый взгляд бамбуковый медведь является хищником, и эта встреча могла закончиться трагедией.